Добрый день, друзья! Меня зовут Нелли, вы на канале Готовить Просто. Сегодня делюсь с вами рецептом очень вкусных отбивных из куриного филе. Готовятся они легко, относительно быстро. Самое приятное, что не нужно пачкать руки в панировке или кляре. Отбивные получаются очень мягкими, нежными, сочными, ароматными и вкусными. Для приготовления нам понадобится 3 куриных филе, 3 зубчика чеснока, соль, перец по вкусу, 2 куриных яйца, 2 столовые ложки соевого соуса, 1 столовая ложка крахмала, 2 столовые ложки воды и приправа любая по вкусу. Куриное филе хорошенько промываем под проточной водой, обсушиваем бумажным полотенцем, чтобы с ним было легче работать. Обрезаем все ненужные жилки, затем нарезаем на небольшие кусочки поперек волокон. Раскладываем кусочки на доске, делаем расстояние, так как мы будем их отбивать, и они будут увеличиваться в размере. Накрываем пищевой пленкой и отбиваем молоточком. Сильно молотком стучать не нужно, филе нежное. Нам нужно просто сделать его чуть-чуть больше, и чтобы по всему размеру филе было одинаковой толщины. Присаливаем слегка. Напоминаю, у нас есть соевый соус, поэтому много соли не нужно добавлять. Приготовим маринад. В миску добавляем 2 куриных яйца, немного перца, приправы, у меня итальянские, можно без приправ. 2 столовые ложки соевого соуса, 1 столовую ложку крахмала, у меня картофельный, заливаем водой, хорошенько перемешиваем и добавляем маринад. 3 зубчика чеснока. Теперь все смешиваем до однородности. Маринад готов, отправляем в него филе. Если нужно, перемешиваем, все филе должно быть в маринаде. Накрываем пищевой пленкой и даем настояться 10 минут, можно больше. По истечении времени достаем филе, перемешиваем, проверяем, все ли у нас кусочки были в маринаде. В сковороду наливаем 2-3 столовые ложки растительного масла, разогреваем на среднем огне и по одной штучке выкладываем филе. Обжариваем с двух сторон до румяности. Когда подрумянится с одной стороны, переворачиваем и доготавливаем. Накрываем крышкой, чтобы филе хорошенько пропеклось в середине. Готовые кусочки мяса выкладываем на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир. Если вы переживаете, что филе не приготовилось, можете отправить его в микроволновую печь на 3-4 минуты, либо в духовку. Выкладываем на блюдо и подаем к столу. Отбивные получились очень вкусные, сочные, с приятным ароматом и вкусом чеснока. Если вы не знаете, чем можно разнообразить ежедневное меню, рекомендую попробовать этот рецепт. Конечно, его можно дополнить, например, запечь сыром и помидором. Будет очень вкусно и оригинально. Свои варианты, что можно добавить в это блюдо, пишите в комментариях под видео. А также не забывайте подписываться и нажимать на колокольчик. Так вы будете получать уведомления о моих новых видеорецептах. С вами была Неля. Всем приятного аппетита и мирного неба над головой.